Здравствуйте. Здравствуйте, что-то выявлено. Водитель управляет автобусом, у него тахограф даже карты не вставлено. 796. Вы свои документы не видели? Да, да, конечно. 796. Первый на службу, при надзоре сфере транспорта. Это где? Это заместитель начальника отдела транспортного надзора. Утром 4 марта на Бежецком шоссе в Калининском районе области сотрудники УГАДН и ГИБДД провели совместный рейд по проверке пассажирских перевозок. Федеральная служба по надзору сфере транспорта, заместитель начальника отдела. Будьте любезны, документы проверим. Плановая проверка по перевозкам пассажиров. Сейчас будут проверяться автобусы все, да? Вот все. Мы проверяем все автобусы, да, по перевозе пассажиров. Ну, в том числе и новые автобусы. Вот много жалоб поступило от нового перевозчика. Автобус новый. Он второй день на линии всего. Еще не циклировали его. За время рейда, а в ходе него было проверено около 15 единиц транспорта, такое нарушение у новых автобусов выявлено дважды. Руководство транспортной компании обещало в кратчайшие сроки исправить этот недостаток. Выявлен в этот день автобус, который дублировал регулярный транспортный рейс. Тверь-Калязин под видом регулярного маршрута, но заказной. То есть он дублирует маршрут регулярных перевозок, который осуществляется по маршруту. То есть они под видом едут заказного, дублируя регулярный маршрут. Естественно, у него отсутствует карта маршрута регулярных перевозок. Что сейчас на него? Составим в отношении водителя повестку, выпишем. В отношении водителя будет штраф 5000 рублей. И перевозчику за то, что отсутствует карта маршрута регулярных перевозок, 300 тысяч штраф будет. Среди выявленных нарушителей и регулярные маршруты. Весьегонск-Тверь компании «Парус». Тверь-Кашин-Калязин компании «Интершина». Транспортные средства не внесены в реестр. 5 марта проверки продолжились. Особое внимание заказным автобусам, обслуживающим жителей региона. На их работу в Автотранснадзор поступает значительное число жалоб от пассажиров.